Грей, Себастьян! Прием! Ну! Подождите, они потерпели кораблекрушение, и он выжил? Глава 6, самый тяжкий час. Нихера себе. 15 октября 86 года, Хрустальный дворец, Гайд-парк. И он выжил. Ёпа-мать. Ёпа-мать. Чувак, надо было кататься по земле, а не орать. Дебил, что ли? Интересно, если пойду туда, я сдохну, сгорю? Ладно, я... там ничего нет, все равно. Пойдемте вперед. Грей! Бога ради, ответьте! Грей? Я тут. Изи, вы слышите? Грей, в смысле, ей надо согреться или чё, просто? Просто как надо произносить же Грей? Типа, нет? Ну ладно. Я, видимо, долго буду идти. Лукан, Саграмор, Элиан. Мы потеряли связь с Персивалем и Галахадом. Прошу ответить всех боеспособных рыцарей, находящихся у Хрустального дворца. Мы полагаем, что в катастрофе никто не выжил, мадам. Это я. Грей? Грей, прием! Да где же вы? Внимание! Сэр Галахад живой! Ищите! Я так и не понял, что он дальше ей не ответил. Хера себе у него силёнок. А, так вот у него чего ребра сломаны. Вот, его, видимо, после этого в кутузку посадят. Вообще печалька. Я знал этого персонажа буквально 20 минут. Мне это должно какие-то эмоции у меня вызвать? Ну ладно. Так и быть. То есть сейчас его накроют за то, что он там, я не знаю... прокололся на суде, чуть не то сказал. Октября 86 года, лаборатория Теслы, подземелье Вестминстера. Оставьте меня. Идите на заседание. Грей. Ничего, Изи. Я успею к началу церемонии. Я вам сочувствую, месье.
мои соболезнования. Сэр Персиваль был великий человек. Лучший из нас. Я взял на себя смелость отложить эти вещи. Я знаю, что это не положено. Но положено кое-что наложено. Надо всегда об этом помнить. Надо осматривать. Не обязательно это осматривать, или он сам положит. Нет, надо покрутить, иначе он не положит назад. Грейсон, вы не виноваты в случившемся. Не терзайте себя. Но как? Он был мой наставник. Мой брат. Это так. Но лучше думайте о предстоящей церемонии. Прочее подождет. Остается слишком много вопросов, Алистер. Я намерен найти ответы. Мэлори будет отмщен. Не позволяйте себе размышлять о возмездии. Это путь к безумию. По-моему, он озвучил какой-то Вархаме 40 тысяч, и он говорил те же самые фразы. Совет ожидает нас. Взяли, просто выпилили оттуда и сюда вставили. Лорд Гастингс направляется сюда из штаба компании. Он хочет лично поблагодарить вас за спасение своей жизни и пассажиров. Индийская компания перед вами в долгу. Где подстава-то? Его сейчас подставить должны, стопудово. Там Гастингза он якобы убьет или еще что. Глава 7 рыцарства, вау, какая большая 6 глава была, я просто охерел. Рыцарь по имени сэр Персиваль был нашим братом. Он видел, как гибли королевства, а на их месте возникали другие, столь же приходящие. Он видел, как мир заполняют полукровки, и преследовал их без устали. 17 октября 86 года. Он мог лицезреть все это потому, что на нем лежало благословение. Грааль. Черная вода, что бежит по нашим жилам. Узы, что скрепляют орден. Эликсир, исцеляющий раны и продлевающий жизнь простым смертным, но не дарующий бессмертия. Ныне Себастьян Мэлори, сэр Персиваль, мертв. В ордене заведено, что даровать рыцарское звание можно тогда, когда умирает носитель этого почетного бремени. Поколение за поколением новые рыцари берут имена своих прославленных предшественников. Сегодня мы собрались по этому печальному поводу. Из старой крови. Грааль родит новую жизнь. Итак, Мари, Жозеф, Поль, Ив, Рош, Жильбер дю Мутье, маркиз де Лафайет, клянешься следовать заповедям нашего ордена. Клянешься ли посвятить жизнь борьбе за правое дело? Всем моим сердцем. Пей же, пусть Грааль даст тебе жизнь за гранью жизни.
сим причастием ты навеки связываешь себя с орденом. Отныне этот сосуд будет наполнять лишь твоя кровь. Пусть черная вода тебе поможет. Используй ее с умом. То есть это их собственная кровь? И они при помощи нее лечатся? О, окей. Нарекаю тебя Персивалем, слугой великого короля, рыцарем круглого стола. Видимо, поэтому они не могли тому полицейскому дать ее. Она бы ему не помогла. И займи свое место за нашим столом. Стража! Вынесите тело Себастьяна Мэлори из зала заседаний и доставьте в склеп. Призываю совет к порядку. Пусть эта страшная трагедия послужит предостережением тем, кто не внемлет решением нашего совета. Покойный Себастьян Мэлори погиб вовсе не в сражении с полукровками. Нет. Он пал жертвой собственного гонора и безрассудства. Он пренебрег словами тех, кто поклялся отстаивать высочайшие идеалы долгой жертвенности. И чего он добился? Лорд-канцлер, позвольте возразить. Разрушил общественные здания. Поставил под угрозу жизнь граждан. Нанес бесчисленный урон собственности Объединенной Индийской компании. Лишь волею провидения удалось избежать еще больших разрушений. И при всем этом ни один повстанец не был схвачен. Наоборот. Своими самовольными действиями рыцари, возможно, сослужили врагу большую услугу. Лорд-канцлер слишком суров. Охерительный геймплей. Осмелюсь напомнить, что стараниями сэра Персиваля удалось добыть ценные сведения... Увы, всего лишь косвенные улики. Ничем не обоснованные гипотезы, приведшие к ужасной катастрофе. Не желаю больше об этом слышать. При всем уважении, лорд-канцлер. Сядьте, сэр Галахад! Лорд-канцлер! Я тоже потерял друга. Больше, чем друга. Брата. И вы сейчас порочите его доброе имя. Вам грозит выговор за нарушение субординации, сэр рыцарь. Я прекрасно осознаю свою вину в случившемся. Но окажись я вновь в подобных обстоятельствах, я поступил бы точно так же, как хотел Мэлори. Благородный сэр! Господа! Повстанцы атаковали карету лорда Гастингса, они попали в западню на Вестминстерском мосту! Рыцари к оружию! Защищайте Гастингса! Уничтожим безбожных повстанцев! Сэр Галахад! Это еще не конец. Кто-то должен ответить за гибель Себастьяна Мэлори! В этом можете быть уверены. Вооружитесь и займите оборонительную позицию! Это уже глава 8? Командуйте. Ладно, в осаде глава 8. Две предыдущие главы были просто отличные. Я прямо охерел. Там на мосту напали на карету лорда Гастингса. Мы не знаем, есть ли выжившие. Лукан и Грейна, Персиваль, за мной! Норм. Я тоже хочу базюк. А мне не дают. Возможно, Гастингс еще жив. Нужно пробиться к нему. Мятежник убит. Хераси. Вижу стрелка. Вау.
Ну и что мне было делать? Ну и что мне было делать? Охереть, просто взял, прибежал. Окей. Нужно добраться до кареты лорда Гастингса. Рыцари! Уничтожить всех повстанцев на мостике! Вижу стрелка! Осколочная! Беглецу конец! Где еще? Можно перезарядиться! Нихера не вижу. Нихера не видно. Я пошел. Фак. Козел. Я тебя прикрою. На погонять. Нам нужен гастер. Один уже здесь. Хватит. Фак. Галахад, найдите укрытие. Да-да-да-да-да, нахожу. Я вообще не понимаю, что за херня происходит. Да фак! Высовывайся в свою жопу! Вот же ублюдок, а! Он знает, когда я смотрю туда. А, не очень удобное прицеливание. Пфф. Отлично. Затрахал. Иди сюда. Надоел. Всё. Эту часть моста мы отбили. Я не знаю, что он делал. Нужно спасти лорда Гастингса. Вот это было сильно, конечно. Очень сильно. Нужно вызволить Гастингса. Я вас прикрою. Лукан и Грейна, давайте. Тащите его, когда я скажу. Поняла. Готовы? Давайте, я просто занажимал сейчас крестик. Тяни! Порядок! Отступаем ко дворцу! Пробел пропустили в титрах. Грей, куда вы? Закончить начато! Сейчас не время для мести! Придите в себя! Грей, стойте! Я не знаю, что я сделал. Лорд Гастингс у нас. Кто-нибудь видит Галахада? Да, у нас есть стражи в этом районе. Сэр Лукан, это Страж 3. Мы в одной лиге к северу от Вестминстерского моста. Страж 3. Я, пожалуй, револьвер оставлю, револьвер клёвый. И не спускайте с него глаз. Револьвер. Охерительная штука. Как же она сносит башни. Ага. Всосал, да? Ой, кто-то всосал там. Причем всосал по полной программе. В плане понимания того, что это просто охерительное ружье. Пися с ручкой. Ты что делаешь, а? Вот пися с ручкой. Вот тебя звали, нет? Так, где ты там пися с ручкой? А что внизу за дуговой разрядник? В смысле? Я R1 нажимаю, у меня альтернативного огня нету, ну ладно. Где он? Где это мудило? Защищайте стрелка, не дайте ему пробиться!
Ты меня прикроешь? Кто кого прикроет? Я что-то не совсем понял. А вы прикрываете или нет? Так. Вот сейчас. Я уже отразил атаку повстанцев вроде как, но... А, во-во-во. Хорпа-дорп. Эй, вы двое! Один сюда, второй направо! Давайте живее! Страж 3, нужна поддержка. Мы уже на подходе, сэр Галахад. Вас понял. Меня не заметили, да? Рыцарь, убейте его! Заметили. Клёво! Обожаю эту херню. Мы обнаружили квадкопа под орудие на перекрестном подходе. Похоже на ручную пушку. Вас понял. Это что? Это за что? Ачивка была. Я даже не знаю. Но я продолжу так стрелять. Я готов. Страж 3, не смейте его упустить. Есть, мэм. Перезаряжаю. Хо-хо-хо-хо. Слушайте, ну все, посыпались ачивки. Фак, меня убили. Да. Я не заметил этого ублюдка. Он просто выбежал, и все, я даже перезарядиться не успел. Навестись на него. Он же козел, а? Подловил. На нас идет рыцарь! Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас орудие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. Че, там тоже, что ли? Эта херня. Блин, сэр жопа. К вам приближаются повстанцы. Я готов. Страшный. Есть, мэм. Так, я, пожалуй, буду обходить их со всех сторон. Да вы охерели, что ли? What? Обалдеть. Блин, ну клёво у них бошки лопаются. Обожаю, когда бошки лопаются. Это просто вот сразу плюс 500% удовольствия к игре. Охерительно. Это просто охерительно было, и чё? О, какой дебилизм. Сейчас все заново пробегать просто отлично. Обожаю. А чё я сделаю? Прикончите! Сэр Галахад, мы обнаружили к востоку от вас орудие на передвижной платформе. Похоже на ручную пушку. А, вон он, что ли? Он про того говорит? Сэр Галахад, к вам приближаются повстанцы. Я готов. Страж 3, смейте его упустить. Есть, мэм. Не заметил я его сразу. Надо быть поосторожнее, наверное, да? Где он? Самое главное, я-то его не вижу. Вообще никак, что-то. Ни тут, ни там. Сдох, нет? Мне что-то как-то сыкотно выходить, опять убьет? Ну, вроде сдох. Потому что я его не вижу.
Сэр Галахад, повстанцы отступают. Это базюка! Базюка! Слушайте, ну все, игра просто 10 из 10. Тут лопаются бошки, тут можно забить кого-то. Сэр Галахад, рыцарь-командор требует, чтобы вы прекратили преследование. Окей. Куда стрелять-то? Всем сотрудникам, не приближайтесь к восточной оконечности Вестминстерского моста. Мы наблюдаем интенсивный артиллерийский обстрел. Фак. Слушай, просто охерительно. Я чувствую себя терминатором сейчас. Всегда хотел нормальную игру по терминатору. Главное не стрельнуть в себя. Интересно, хедшот ей можешь поставить? Хули щит. Пытаюсь хедшот поставить. Ну, это, по крайней мере, весело. Тупо, но весело. А чё это ты хотел сделать, а? А куда это ты полез, а? А что это у тебя было в руках, а? Это прямой приказ. Отставить! Отставить, отставить! Что вы делаете? Fuck you! Я иду мстять! Вот так! Где индианка? Где она? Я по стонам узнаю то, что озвучивает тот, кто озвучивает Сэма Фишера. В русской озвучке. Где она? Где? Отвечай! Отвечай! Бывает, Чапеле. В борделе. Где сэр Галахад? Леди Игрейна, сэр Галахад на восточном конце моста. Не теряйте его из виду, мы идем к нему. Эй-эй-эй. Да стой! Стой! Хорошо, быстро разобрался. Ну как мне сейчас было хорошо. Зрение Augsburg's Muses. Muses. Когда я стрелял из этой базюки просто. Так бы всегда. Даже не Терминатором себя почувствовал, а Мегатроном. Из мультиков, который, знаете, с пушкой был большой на руке. Не тот дебильный, который в фильме... От Майкла Бэя, нормальный, адекватный Мегатрон. Который в пистолет превращается, да? Хозяин! Налей! Хозяин! Ты вроде не негр! Так как я посмел, да? Абсента! Такой, я ничего не видел. Я невидимка, я ухожу. Абсолютно невидимый. Вот все, меня незаметно. Топ-топ-топ-топ. Кто вызывается? Долго мы будем втыкать в него, как он прёт, пьёт? Что пытаетесь утопить?
Горе или свою глупость? Ничего. Я ждал, когда явитесь вы. И? Мне нужны ответы. Ответы? Поэтому вы убили моих бойцов? Вы сеете за собой смерть. Не станете говорить, вас ждет та же участь. Уж простите, ваше предложение мне не интересно. Я очень не люблю угрозы. Тогда вы мне бесполезны. Как угодно. Какая враждебность. Похоже, вам пригодится вот это, рыцарь. Черная вода. Откуда она у вас? Предлагаю временно объявить перемирие. Абнахатаре, Нечекаро. Деви. Если вам так спокойней, можете оставаться при оружии. Но вам ведь нужна я, не она. Думаю, надо поговорить. И лучше всего с глазу на глаз. Оставь нас. Мы будем говорить наедине. Займись делами в Блэквуле. Апка Хукумрани. Вы хотите отомстить за своего друга Мэлори? Не смейте произносить его имя. Его предали. Вас всех предали. Предали? Кто? Ваши хозяева. Ордену рыцарей никто не хозяин. Даже королева. Вы империя лизоблюдов, которые присмыкаются перед объединенной индийской компанией. Придержи язык, женщина! Ваша славная корпорация распространяет ту самую заразу, которую вы поклялись искоренить. Бредни, фанатички. Вы не там ищете врага. Мы боремся с одним злом. С какой стати мне верить мятежнице? И убийце? У нас много общего. Нет у нас ничего общего. Разве смерть вашего друга была напрасной? Хватит! Дайте мне повод не убивать вас! Есть вещи хуже смерти, рыцарь. Много хуже. И если это моей смерти вы желаете, так и быть. Моя смерть вполне приемлемая жертва. Вы отрицаете, что пытались убить лорда Гастингса? Он заслуживает смерти, как и все его подлые сообщники. И вы ждете, что мы будем сложа руки смотреть на вашу кампанию террора? Все не то, чем кажется. Компания умеет хранить секреты, даже от Ордена. Какие секреты? Нет времени на игры! Вряд ли мои слова смогут вас убедить. Но я могу показать вам то, что даст ответ на ваши вопросы. Ответ ждет вас в доках компании в Блэквуд-Ярде. Нужно спешить. Если вы солгали, вы пожалеете. Тоннели ведут в Блэквуд-Ярд. Готовьтесь, охрана компании встретит нас во всеоружии. Без моего приказа в невинных людей не стрелять. Среди них нет невинных. Неважно. Хотите, чтобы я шел с вами? Слушайте меня. Хорошо. Стыдитесь своих знаков отличия? Просто не хочу бросить тень на орден.
подстава вообще. И она его сольет, да? По-любому она. А бабы. Грей, что вы такое затеяли? То есть она его увидела без его камзола и знаков отличия. Потом она увидела их здесь. Она увидела его выходящего отсюда и такая, не может быть, она где их ожидала увидеть?